кормят, постель чистая. Это вы про какую больницу говорите? Ну, проверить. Он армии не надо. А что ему, что он? На бетоне спит, что нету? Да даже что-то у него что-то есть, его уже положат. У нас открытые формы, там не лежат больницы. Все это Новотроиц отправляется. Ой, в Оренбург. Я к ним подходил, они не хотят. Сейчас ты ему дашь 10 рублей, через час он столик набрал. Да я месяц назад говорил. Зачем ему это надо? Он подходит, дай мне воды купи, а я тебе кто? Слав, скажите честно, охота жить по-человечески? Да нет, в Орске я хочу быть свой, говорю.